Такая идея появилась после сегодняшней новости. Ой, как я прыгаю, сейчас тошнит, елки-палки. Нет, не от идеи, а от встряски. Так, я лучше вот так переключусь. Поехали дальше. Вроде бы он успокоился. А что ты не... Анекдот вспомнил, я нажимаю... Вот, поехал. Анекдот вспомнил. Мужик поехал в Африку. Ну, как турист, например. И, в общем, взял на прокат автомобиль. Ездит, ездит, и вдруг по пути посреди пустыни автомобиль останавливается, ничего нету, никак он не может, в общем-то, ладно, объедем, никак не может сдвинуться автомобиль, смотрит, поломок нету, датчики все нормально работают, что случилось, ну, надо в мотор заглянуть, открывает мотор, ну, капот открывает, смотрит на мотор, а там три негра сидят, пить, пить, ты что, ё-моё, ну, что я какой, так, стоп, те, кто голосовал за МАЗ, явно троллили стример, Зорг, наверное, да, так, а здесь у меня где-то был прицеп, и надо... Магазин прицеп. Кто-то в меня целый указатель кинул. Зараза, и в лес сбежал. Варя. Вот так они издеваются. Так же обосраться можно. На ходу тут кидать в лобовое стекло. Мне надо попасть... А, я просрал маленько. Точнее, не досрал, если применительно. Юран пишет, да, легенда. Сережа, ты не потей громко. Кстати, лайфхак. Едете мимо гаража с загруженным грузом, заходите, он остается, мы опять покидаем, все заправлено, все починено. Кто не знал об этом, фишка прикольная и очень удобная. Ну а теперь нам надо ехать дальше. Я на шоссейнике катаюсь, как думаете, хорошая идея? А смотря куда вот ехать. Потом не кричит. Да ладно, спасем, что мы не люди, что ли? Это вот Назар едет, что-то везет. Ладно, я за Назаром поеду. Он дорогу знает, я не заблудюсь. Назар смелый парень. Я бы этот автомобиль не рискнул взять. Хотя кто его знает, может он нормальный. Он гражданный, хорошо едет. Ну правильно. А что там, самый первый Форд взял? Нет, International. Я не помню просто-напросто, но видимо я его нашел тогда и продал. Нет, нет, не падай, скотина! Пардон. Help me! Сейчас разрушусь. Может, там нет? Нет. Вот так вот. Хорошо. Привет. Не вписался в поворот. Вот, Игорь, правильно, почти доехал. А вон Назар вообще тоже почти доехал. Сейчас они тут на меня попадут. Хотя нет, по-моему, у нее... А, у нее к проповеднику надо будет попасть. А Назар тем временем так ловко пытается въехать. А нет, кстати, нормально он все-таки едет. Вот этот. Ой, это кто приехал? О, Аня приехала. А ты что, мимо что ли проезжала? Так, работа для бывалых уже сделана. Тут спасительница приехала, мать Тереза, можно сказать. Только, наверное, тут... А, стой. Чуть-чуть прям подопри, пожалуйста, я груз закреплю. Если он не свалится. Нет, он не свалится, будет жопа, если... Нет, с другой стороны. Знаешь как? Вот подъедь к крыше кабины и вот в нее упрись. Он наискось встанет, я быстренько груз закреплю, попытаюсь вывернуться. У тебя груз валяется. Хорошо, тоже поможем сейчас. У нас даже ни одного автомобиля нету тут... Запустить сработает, нет? У тебя, Назар, есть, кстати... Нет, не получится так. Ну, давай попробуем включить лебедку. Ай, Назар, у тебя есть кран? Нету. О, как мы попали все. Ни у кого крана нет. Нет, так не получится, Ань. А, Ань, ты с краном? Тогда дергай лебедкой меня. Точно, я и не заметил. Да не, ты меня сейчас туда скинешь. Ты меня на лебедку можешь зацепить? Просто дерни за лебедку, а потом краном просто в кузов положишь и все.
Опа. А дальше как? Теперь за жопу придется дернуть. Вот они, брачные игры начались. И коты, давай, перевелись, перевелись. Катись, катись. Колечко. Нет, не так, катись. Ну, нормально. Покувыркался. Ладно, у вас тут весело, но я поехал в работу. Ну, у нас вот тут, да, у нас вот так как-то. А, я остановился на чем. В общем, кто, если собирается покупать, докупать Season Pass или еще что-то, ссылка в описании. Я буду очень признателен, если вы перейдете по этой ссылке и... Да что ж, какой он этот мост неповоротливый. Перейдете по этой ссылке и укажете мой код. Я буду очень признателен за это. Это тоже будет своего рода донат. Так, и у нас вот где-то там. Сейчас я поднимусь. Блин, еще бы раз не упасть. Я понял, Сергей, что 750. Но мне надо... Ты какая ты зараза глупая, блин. Надоел. Маз, зараза, да? Подколол. Я на нем было, вспомнил. Я здесь же на Мичигане, причем на этой же карте уже кувыркался в свое время. Да, столкни его. Да. Бочком прижалась ко мне, сейчас сверху греет. Это анекдот есть. Жена со скалкой мужа лупит. Будешь пить, зараза, будешь пить, зараза. Тот глаз открывает. Ну ладно, чё уж, наливай. Приключения только начинаются. Так, с мазом меня, в общем, на самом деле по-своему подкололи, но будем надеяться, что это не такой дубль второй. Вот так вот. Ой. Он у меня завелся, но при этом нифига он не шевелится. Лапками только шевелится. Давай чуть-чуть. А, и давайте вот так сделаем просто-напросто. Может, так он и получится у него. Я не получится. Да. Давай, давай, давай. Чуть-чуть еще. Вообще, блин, какой-то странный. Вот так вот в темноте ездить. Сначала-то было нормально, а потом... Да, ё-моё. Да почему ты отпускаешься? Давай я тебе попробую. А я не могу тебе. У меня же заглох двигатель. Давай попробуй. Ты завёлся, развёлся. Короче, странное какое-то явление, блин, с этим автомобилем. Получается у тебя лебедку кинуть мне? Ну давай погодём. Не, так ты его и не поднимешь, наверное. Ну давай пробуем. Тянем, потянем, да, посадил дед репку. Репка, в общем, перевернулся, ее теперь тянут. Детка за детку. Ой. Детка за девку, бабка за детку. Ой, ой, ой. Вот она, борьба дзюдо. Только в автопроме. Кран такой прикольный, извивается. Ну давай попробуем еще раз. И давай, 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 сейчас будет ты какой. О! Ну надо же. Так, а теперь осталось найти мой груз. Потом еще нам надо Аню перевернуть. Точнее, не Аню, а ее часть. Прицеп. Подожди, ты его кранчиком, кранчиком. Хотя давай я чуть-чуть проеду вперед. Этот. К шабашу. Точнее, чего ты там к шабашу сделал? Помогу. А я там уже задание практически выполнил. А ты тоже что ли перевернулся или что? Давайте смотреть. Я завесу этот кирпичи, металлические балки. Это я уже привез. Так. Да? Давай, Ань, подожди, разверни чуть-чуть. Вот. Да-да-да-да-да, чтобы просто он... Поболок, подожди, поболок. Сережа, ну не перебивай меня, пожалуйста. Я же не договорил даже. Давай, вот, да-да-да, сейчас клади.
Вот, и я его пакую. Вот оно. Ай, спасибо. Теперь надо тебя как-то, да, тут этот перевернуть. Но мне вот сюда просто доехать надо будет. Стоп, подожди. Мне не сюда надо доехать, мне с другой стороны надо доехать. И я сейчас могу... Да что ж ты, какая зараза, я тебе твоя мать! Это не машина, а издевательство какое-то над бездорожьем. Что тут такое было-то? Да вроде ровно же было. Даже камни, или были камни? Это из-за этого, что ли, камни-то? Или просто поворот такой, или может все-таки наклон такой большой? Так. Открепляю. Стой, надо, наверное, в колею встать. Игорь пишет, поэтому я на этом мазе проехал 200 метров и больше ни-ни. Надо было, вот, нет, здесь фишка, надо было сделать так, точнее, поставить колеса меньше диаметром, подвеску нормально обычную. Не высокую, а стандартную. Вов Ильич, открой нам буровую. Я ключи потерял. О, уже светает. Вот, ура. Вот только не надо шуток о том, что я сегодня ночь с Анной провел на Мичигане. Хотя эту шутку я выдал. Но я надеюсь, что мы обоюдное удовольствие получили от этой ночи. Давай, упакуйся, вот уж кренчик даже это устал. Так, вот теперь надо аккуратненько. Ползком. А я сейчас просто специально возьму, поставлю. Я специально в следующий раз поставлю обычную стандартную подвеску. И посмотрим, будет он там кувыркаться. Сережа заерзал на стуле, что-то у него не лады с чем-то. Так, ладно, валю я отсюда. Да, рояль не тянет. Пианино возьми для начала. Вообще сейчас синтезаторы, даже электронные рояли есть, они гораздо это поудобнее. И много-много звуков. Ну, я не знаю, как они там, потянет ли электронный рояль или нет. Ну, они, кстати, на колесиках. Но они полегче, проходимость получше. Еще отъехать, что ли? Давай, еще отъеду. А, нет, все, на рулике. Все, я эвакуирую, сейчас переставим ему подвеску, посмотрим. В карьер. Задолбал меня этот карьер. Они пишут, ты хоть не зря в карьер поехал. О, блин, ну и че у тебя случилось? А, тащу строительную площадку или что это. Да. Через реку. Ехал грека через реку, ты главное делал руку не сунь, а то откусит по самую эту штуку. Ты не суй туда свою руку, а то откусит он по самую штуку. Аня, привет, надо было бип-бип сделать. О, у нас как в Юрс... Ой-ой-ой, что это было? Молния, что ли? Вот. Да у меня так что-то дернулось. Гром гремит, кусты трясутся. В общем, там не надо говорить, что делают. Где ягоды есть? Это, может, просто какает. Громко так. Блин, и поэтому у нас такие дороги. Сноураннер. Потому что медведи из кустов выходят на дорогу, еду не дают и нам оставляют добро свое. Может, мне не надо в объезд ездить? Хотя ладно, теперь-то что? Если что, я очень далеко. Ну, в принципе, пока еще вечер. А, утро. Фу, до вечера время, Анна, есть у тебя доехать до меня. Я подожду. Подготовлюсь. А ты... Спасибо. Поднасрал так поднасрал камень. Вот надо... Блин, вот аккуратненько надо здесь проезжать. Да что ты, какой противный. Так, тихо, аккуратненько. Камень, зараза. Так, стопэ. Давай, проедешь. Я знаю, я верю в тебя. Маленький засранец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прикольно. Только не падай прицеп, зараза. О, я вы... Нет, там так, не говори, гоп, пока не перепрыгнешь, да?
Ого, я вылез даже так. Я спец. О, Аня опять едет. Ань, ну еще день, рановато. А почему это источник? А, ты меня уже заправил, а я думаю, почему это у меня полный. Спасибо, Ань. Ты настоящий друг. Так, а теперь мне надо отсюда вылезти как-то с этим прицепом. Еще кирпич какой-то поднасрал мне. Только... Эх, меня шатает. Судя по всему, бензин был это со спиртом. Или что там было. Короче, мне что-то такое подлили. И теперь я вот... Ой. 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 Камушки-то как... Блин, мешаются тут. Тут дорога-то, в принципе, нахрен не нужна. Вот здесь поудобнее проезжать, чем по дороге. Блин, я сейчас... Я пришел. Табынема, ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, да? Так вот как-то. У тебя чуть-чуть с акцентом получилось. Да я бы тебе сказал, даже не чуть-чуть, ну. Не, что, первые два слова ты хорошо выговорил. Так, я сейчас как-то буду проползать. Теперь еще в эту фигню. Ну какой... А, вот так вот еще надо сделать. Выйдешь. Я тебя, зараза, все равно вытащу за яйца, блин, из этой ямы. Все, вылез, что ли? Ух. Поехали. А это ты меня в прицеп толкал? Спасибо. А я тоже. За каждым успехом мужчины стоит женщина. Есть поговорка такая, и вот он факт. Я такой бодрый, смотрите, я как заезжаю. Оказывается, мне помогала Аня. Так, вот это надо объехать. Хотя, если я аккуратно тут поеду, а я аккуратно не умею ездить, но, тем не менее, все равно я тут аккуратно поеду. Ой, ты, какой хороший мальчик, мазик. Мазик, тю, мазик, ты куда-то как-то вот как козлик скачешь. С яйками. У меня что-то вылетело. Че это ты вылетел? Ну-ка, влетай обратно. Я форточку открою. Немного осталось. О, магазин прицеп. Ну вообще. Ну вообще. Супер. Я сейчас это довезу, и мне даже топлива хватит. Спасибо, Аня. И даже еще прицеп продам. Какой я хитрый. Если этот прицеп не сопрут. Так, давай я поеду сдамся, чтобы я был полегче. Серега сдаваться поехал. Сдаем суда. Серьезно, я только что зарылся, блин, пока не стащил. Я опять просрал поворот. В темноте-то не вижу. Сам перевернулся. Переверни другого, да? Перевернулся сам, переверни другого, да? Новый поговорка. Никому камни не нужны. Ты знаешь, мне спасибо. Ты еще грязь предложи. Ой, я как вляпался, ой, я в какие говнище вляпался, точнее в лужу. Кто наделал тут? О. Ой, что это такое у здрасте. Меня? Здрасте. В меня дух вселился. Да нет, это в меня дух вселился. О, постой еще. Я так... Этот... Ну что, голубчик, поздравляю, у вас зародилась жизнь в организме. Доктор, ну я же мужик. А глистам пофигу, да? Мост, зараз. Да я тебя так объеду мост и все. Ой, опять меня Аня толкает. У нас сегодня с ней такой обоюдный тандем, причем в прямом смысле слова. Ань, ты застряла, тебя вытащить? Я не могу тебя бросить одну на произвол судьбы, как порядочный мужчина. Вот, еще какой-то пенек подводный нашел. Подожди. Вот. Да там эти, как его, водолаз. За трусы, да? Как этот Папанов, да, крючок. Там весело там. Там вообще, сейчас еще и эту улов какой-нибудь поймаю, вытащу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не переворачивайся. Аня, подожди. О. Что-то прям там это... Мне осталось... Не-не, сейчас не надо цеплять, сейчас я спокойно доеду, не волнуйся. Спасибо тебе. Это ты. А я думал, у меня что-то с головой не то. Ладно, хоть так, все обошлось. С головой все нормально, ну почти все нормально. У меня, как у всех обычных людей, свои тараканы в голове, поэтому говорить о том, что там что-то нормально, это...
Слишком много о себе думаю хорошего. У нас, когда в школе учился, у нас учительница, как сейчас помню, Людмила Петровна выражалась про одного одноклассника. В каждом человеке два ведра говна. Ну, он не так сказал, конечно. А в тебе винограда все четыре. Вроде бы видно, тут дорога типа есть. Я не буду говорить, что это дорога, но типа это все-таки дорога. Раз есть следы от колес, значит это дорога. А если следов нет, значит это спасение от дороги. Так, и вот мы вперлись по самой тестикулы. Я не буду говорить, что это вслух, но тем не менее кто-то догадается. Так, вот тут поленца есть, и вот погнали. Погнали потихонечку, потихонечку. Едем, едем. Доехали. Или почти доехали. Ну, в смысле, до дерева доехали, это уже хорошо. Ой, я еще кого-то вижу, а это Серега тут что-то блуждает или блудит, или блудит. Надо за Серегу зацепиться, он так дико офигеет. Ну, что это у него сзади там зацепилось-то? Ой, кто-то бормашину привез. Зубы себе чинит. Сейчас Серега придет. Ну фу, нормально, зубы вылетел. Сейчас вот это будет все хорошо. Пломбу поставил фирменную. До лесопилки. Хватит места или нет? Ой, топливо. Так-то должно хватить, только я вот что-то не очень хочу. Где-то еще есть поблизости топливо-то. Пить! Я хочу пить! Бортовой полуприцеп. Может, у кекс шабаша отлить? Пока он ходит где-то, бензин придет, а бензина нету. Что за шутки скажет? Стоп. Ой, блин, что-то я не туда еду. Я смотрю туда вдаль, не обращая на то, что вблизи. Тут в горах-то я пролезу. Так-то по идее да, но это не намного короче будет. Чем если бы вот загзиками. Ладно, я до Ани доеду, там разберемся. Мы сегодня с ней на пару постоянно ездим по всем картам. И там свою коллегию устроим. Консилиум водительский. Ань, подожди меня тогда, сейчас вместе доедем. Я подъеду и вместе поедем. Поехали, в случае я ее буду подталкивать. Сзади пристроюсь. Ой, ой, ой. Какой я невежливый. Хам, похабник. О, о, волшебная палочка висит. А, нет, висит. Продам волшебную палочку Гарри Поттера, кому надо. Ладно, хоть это, крова не летает, а то бы еще какахи зависали, блин. Едешь, и тут шлепок такой, на лобовое стекло. А ты в это время из кабины, чпок. Вот тогда ты точно обделаешься легким испугом. Сейчас, аккуратненько я тебя буду подталкивать. Блин, да я не успеваю, за тобой какая шустрая девушка оказалась. А вот теперь подталкиваю. Парни что-то там молчат втихаря, что-то они там задумали. Я машину угоняю.